Одинцовские единороссы принимают участие в проведении акции «Про героя», приуроченной к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Одной из точек проведения акции стал штаб местного отделения на Можайском шоссе. Сюда все желающие могут прийти и записать свой рассказ о родственниках, сражавшихся за родину. Записи будут переданы организаторам. Звенигородские партийцы также присоединились к памятной акции. Они ведут съемки на площадке культурного центра имени Любови Орловой.